крепость Вольфенштейн. Так. Отлично. Я в крепости. Уэсли держит где-то здесь. Подвисания были там. Ну. А, и чё, не понял. А как его убить? А, всё, да? Ну ладно, наберем тут всякого добра. Так, что-то я молчу. Ну ладно. Набрали. Все. А, и здесь что-то я видел мигало, да? Ну, я уже это нажал. Что это там внизу? Так. Ну. Так, хорошо. Ну, здесь, надеюсь, все. Вниз, да? Или нет? Какие-то тормоза непонятные. Ладно. Будем ходить, искать вход или выход. Аптечка. Я не пойму, там... Вот здесь вход, да? Там что-то синее было. Так, хорошо. О, вот что мигало-то, наверное. Бронежилет. Ну, точнее, это доспехи даже. Не охота с этой хренью ходить. В принципе, в ней патронов не так уже много. О! Дверь открылась или я... Я, походу, не до... Да, думаю. Здесь все так и было. Так, патрончики. Давайте посмотрим, что у нас там по оружию. Упс. Так, у нас вот здесь есть. Карабинчик, походу, да? А, нет, это не он. А, вот это, да? Нет, это автомат. Ну ладно, походим пока с этим, с этим оружием. Вот, что у нас тут бегало. Да, опа. Что за... Тихо. Надо с крутящимися ходить сразу. И мне надолго не хватит. Так, как там гренка, я забыл уже. Сейчас. Ладно. Так, сбрасываем и, в общем, давайте с этой стреляем. А, это карабин как раз таки, да? Нет, это вообще, по-моему, снайперская только. Или карабин, да? Ну, типа дробовика. Да. Хорошо, тогда давайте посмотрим из оружия. У нас здесь есть два автомата. Брось это говно это. Ну вот, в принципе, и все. А, вот как гранату бросать, я забыл. Давайте. Да, вот так. Отлично. О, перелезть не можно было, я понял. Собираем патрончики. Все, сигналка сработала уже давно, так что давайте валить отсюда. Так, затушитель, кстати, был, можно его взорвать. Чуть они все куда-то
вниз попрыгали. Да как голову? Попал, попал. Отлично. А, патрон нет. Так, вообще гранат хоть правильно использовать против толпы, по сути это дело, но откуда я при... А, стоп, это нижний этаж, да? Значит, нам вот сюда, да? Да, верно идем. Или неверно, ёпта. Не, неверно. Или я не... А, нет, подожди, все правильно, да, мы здесь не были с вами. Вот здесь-то. Ну ладно, куда-нибудь да придем. Да, вот тут какой-то выход, бронежилет, доспехи или что это. Сохранение у нас. Здесь про... О, вон тот здоровяк. Здесь как бы просто зажать мешает. Тут он вроде благо не перегревается, он краснеет, видите, а оранжевый становится. Да? Это не особо сказывается на его стрельбе, то есть не замедляется, не происходит. И у меня грен, например. Да, мне по барабану. По барабану, в принципе. Ну блин, я не знаю. Все, или они будут до бесконечности, как это будет? Тут только угадать. Либо они до бесконечности, либо я не знаю. А, ну все, сигналка-то перестала. Странно, почему-то она перестала. Так, а здоровье у нас 117 жизненных единиц. Да, какие-то тормоза пошли. Ну, понятно. Ни с того, ни с сего, у меня бывает такое. Так. У нас есть выбор. Либо сюда, либо там вот еще вход был, да? А, ну это одно и то же. Ну сейчас тогда сюда. Не пойму, что за фигня. Бывает, в общем. Итак, давайте перезарядим все пушки. Так. Вот это наша снайперская. Это у нас карабинчик, я так понимаю. Ну, дробовик, ружье, как хотите его называть. Я так понимаю, это... О, ой! Это оно и есть, да? Блин, ну, ребят, ну, чуть такой за лайк, я не понимаю. Чего они могут быть? Если вот они не были, и тут они появились. Ой, блин, еще к такому быть какие-то саны непонятные. Не пойму, куда идти. Так. Ну, аптечка нам влазит. Вот с этой штукой быстрее всего бегать. А, я уже запутался весь. Так, как там? С присесть. Открытые испытания, парадный зал, крепости, что-то. А, ну, я так понимаю, сюда забираться. Да. Так. Ну, там жарил какой-то. Я никого не вижу. Сохранение, я никого не вижу. Это офицер, да, или кто там, забыл. Так, что-то они заподозрили. Раз заподозрили, мне кажется. Так, хорошо. А если я буду ходить по верхам, они меня видят? Ну, тут надо просто... Просто рассчитать грамотно. Ну, например, смотрите. Первые вот эти чуваки идут. Или нет, спрыгивать я пока не рискую. Ну, пока что. А то мало ли услышит. Слушат. Ну, там офицер ходит сам. И тут, если подумать, да, тут можно, в принципе, что-то... А, увидел. А кто? А, я походу его не убил. Ну ладно, бывает. А, стоп, это здоровяк. Ой.
Граната! Итак, берем тогда наш. Он бесшумный написано? Или чё-то? А, бомбеншус какой-то там. Ну отсюда будем. Отстреливать, да, сигналки походу по барабану. Ну что, перчики? Болтовочная система обычная. Блин, сколько сигналок-то, ёпта, смотрите-ка. Ну ничего, отсюда их сейчас отстреляем. Кстати, у нас были метательные ножи, можно было им воспользоваться также. Но сигналка есть, значит, еще кто-то будет, я думаю. У нас 100 единиц здоровья. Ну ладно, спускаемся там. Извините. Так, кто тут? Подкат не удался. Ладно, я думаю, надо переходить на что-то более... Ого, это... Ничего себе. Надо вот это попробовать. Хм, мощно. А вот там вот... А, понял, смотрите-ка. Так, что-то тут надо было сделать. Тут где-то офи... Все, да? Отлично. Понятно теперь, что делаем. Ну нет, нам, я помню, нам объясняли, что офицеры, типа... А тут тайничок у нас. Офицеры, типа, тревогу поднимают, или как там зовут? На бегу не можем перезаряжаться, и тут даже, мне кажется, навыков никаких нет, чтобы это как-то улучшить или изменить... Так, ну все, теперь самое главное найти выход. И мне кажется, это вот суперзрение нам помогает. Да, тут, в принципе-то, если бы я был немножечко повнимательнее, ну, да, еще, то мог бы видеть вот здесь то, что можно пройти по балкам, да, нет? Или нельзя? Ну, типа, можно пройти как-то. По балкам. Так, мне немного раздражают вот эти вот оружия. Они мне реально мешают. Так. Как же туда попасть? Почему урон проходит? Не понимаю. Вроде небольшой высоты прыгаем. Ладно. А, незаметно можно было здесь, мне кажется, как-то прокрасться. Так. Но мне кажется, я ошибался, да? Либо нет. А вот хрен знает. Блин, ну ёп, ну чё я туплю-то? Извините, пожалуйста. Бывает. Бывает. Утины все заросло. Ну все, сейчас, наверное, взять нужно еще сохранение у нас. Блин, он настоящий медведь. Ну, надеюсь, сюда не выходят они, потому что я... Надеюсь, они... Блин, капец. Да ёб, ну... Чё такие резкие-то, ребят? Как, не знаю, все это читерги какие-то. Это все, что осталось? Alas, poor Yurik. Oops. Упс, кажется, сейчас что-то будет. Не, все нормально. Тут сортир, можно присесть. Так, гранатки. Блин, они все читерги, потому что, ну как? Как они узнали, что я сюда? Не знаю, может, они увидели меня? Вообще, откуда они пошли? Ну, наверное, отсюда-то откуда-то. А они даже тревогу не вызывают. Это некого надо вызывать. Че вот? Они голубки. Развлекались? Походу, да. Стоп.
сейчас. Ну да. В общем, тут дверь есть какая-то вот эта. А, тут закрыто. Может, ключи у них надо найти, как вы думаете? Что вы думаете по этому поводу? Потому что я больше здесь... Выхода не вижу, я не знаю вообще туда ли я пошел. Ну, очевидно, вообще что... А, хотя, подожди, вот тут еще что-то есть. Блин, бесит, все закрыто. Что за хрень? Так. А, подожди, стой. Забыл уже, что нам там по заданию найти кого-то. Максимум, да? Чё ты меня смотришь? Хорошо, ладно. Муляж книги, понятно. А, нет, фу. Обычная книга. В общем, надо... Муляж! Всё-таки... Чё это сейчас было? А, секретный он. Значит, нам не сюда, походу, да? Вот зачем нам слитки, я не понимаю. Ну-ка. Справка, журнал. Золото. Ну, типа... Не знаю. До сих пор я делал все возможно, чтобы расшифровать остальные... Оставленные мне... Книга... Книгачими короля Оттона старые переводы. Ну, это так. Кому скучно. Потому что же полезная какая-то информация, да? Ну что? Давайте посмотрим. А, стоп, это мы не читали. Похоже, да? Ну, все, в принципе, тут зол, кроме золота, и ничего не ожидал, да? Увидите. Хорошо. И знаете, я что-то тут засиделся уже давно. Не знаю, нам куда-то надо идти. А вот я не пойму, куда только. Куда, куда? Да, куда? Это мы читали уже. Что там нам по заданию-то? Что написано? Возвращение в текущий год. Ну, в общем, все ясно. Запрятали засранцы. Так. Экономим патроны. Собственно, сохранение. Вам не удастся. Так. Вам не удастся остановить меня. Ну тут явно где-то... Ага, вот они. Или это не они. Ну, давайте посидим здесь. Может быть, кто-то подойдет к нам. Либо... Я уже забыл, как в ближнем бою-то мочить кого-либо. По сути, вот эти хорошо вот так снять. Да. Да он не ваншотит голову, понятно. Короче. А где этот грёбаный офицер-то? Сейчас. А, не, вот этим сейчас мочить будем. Ну? Вон он. Да, нехороший, не очень хорошая идея. Давайте по старинке. Автоматика. Так. Раз. А, вон он. Первый готов. Кто бежит? Пришел, да? Собираем патрончики. Чё ты тут забыл? Что-то они тут все забыли, я только не пойму, чего. Кто тут топает? Кто-то топает, да? Тут еще понять, куда нам идти. Ну, ходит всем куда-то вниз. Да, пошлите туда. В принципе, дорожка. А, подожди, тут я думаю, мы разобьемся с ними.
Нет, ну, в принципе, по-человечески нормально. Можно было перепрыгнуть, но я не буду рисковать. Ну, я имею в виду, вот, в реальности. Но, я так понимаю, тут не все так просто, да? Ты чё? Я же вас спрашиваю, чего вы тут забыли? Я не понимаю. Ребят, звук не громко сделал. Ладно, погнали отсюда. А, нам, наверное, наверх. Чё? Да. Чё, кто так? Да где эти офицеры прячутся? Ой-ой-ой, это опасно. Давай, давай, пожалуйста. Ну давай. Патрон заканчивается, кстати. Ну... Все, закончились. Ну, значит, будем вот с этим бегать. О, классно. Клин клином, как говорится, да? Так, ну что тут? Ребятушки! Вот ты где, засранец. Из-за тебя вся тревога, да? Все нормально. Хорошая пушка. Но на ближних дистанциях просто жгёт. Не по-детски. Сохранение опять. Ну да, после каждого такого замеса надо сохраняться. И я так понимаю, нам... нам надо будет драться с той собакой огромной, да? Можно было, конечно, патрончики пособирать, потому что, смотрите, так. Да, надо бы... Смотрите-ка. Бляху хочу назад никак, что ли? Да, ну, бред. Да ладно. Тупо как-то. Ну ладно. Вы нашли секретную область. Опять, да ёкарный карась. Ну и где золото? Майнкрафт. Блин, чё за... Чё за бред? Блин. Да это бред какой-то. Ой, идите вы. Блин. Чё за хрень? Ненавижу. Подожди, а может там назад можно было уйти? Я не хочу в это дерьмо играть. Это типа сон ему снится или чё? Сюда. Чё это тут такое? Говно. Я уж понадеялся. Так. Гитлер, что ли, тут висит там? Не хочу я с вами махаться. Эти все в жопу. Блин, двери сколько, ох. Ненавижу такой бред. Перезарядись тоже. Типа тут все двери связаны или что? Ну и куда мне идти? Вот по этим зеленым, что ли? Или, блин. Хренотень, честно. Просто хренотень. И когда это закончится, интересно? Типа я пришел, да? Хорошо, не хочешь так, не хочешь так. Может дохнуть, да? Все, я надеюсь, да? Или не все? Да вы издеваетесь, ребят. Ну, это... Кал какой-то собачий. Вот меня лучше пусть убьют, как вы думаете? Да, я думаю, лучше пусть нас убьют. Давайте. Месите меня, я не хочу тут больше оставаться. Бейте. Чё это за боты? Я вообще на каком уровне сложности играю? Вообще как понимать? Со скуки проще сдохнуть. Офигенно, просто офигенно. Чё тут-то у нас?
Не, не хочу. Пусть лучше убьет меня. Посмотрим, что хотя бы будет. Если будет заново, я не знаю, что. Я удалю игру, если будет заново. Да, мочи меня. Подождем немного. Давай, давай, детка. Давай, давай, еще чуть-чуть. Да дебил, мочи ты меня. Все, наконец-то. Все, идите вы в жопу. Толк от этих игр все равно никакого. О, да и удивительно, открыто. Так, это можно взорвать, будем знать, да? Ну, ладно, давайте там что-то пропустил вроде. А, здесь мы были, не понял, это мы где. А, смотрите-ка. Мы в том же месте. Ну ладно, круто. Только я не хочу. Я хочу. Я ни хрена не хочу. Я даже понять не имею, где мы находимся. Понять не имею, куда нам идти. Ну, смотрите-ка. По сути дела, здесь... Да, здесь ни выхода нет. Так, мы здесь были с вами. Следовательно, нам нужно как-то там пройти. Найти здесь дорогу, видимо. Я так понимаю, да? Смотрим. Вот тут мы были. Так, тут закрыто. Тут мы... Так, это не то. Вот тут секретное. Нет, не надо сюда нажимать. А, мы сюда спрыгнули. Хорошо. Хорошо. Так. Так, так. Вот теперь непонятно реально. Потому что смотрите. Потому что смотрите. Мы здесь... Мы вот здесь были? Сейчас покажу. Вот здесь мы забрались. Да? Мы тут ходили. Там мы нашли какой-то вход. Вот здесь с офицером ряд. И закрыто. Да, вот здесь мы зашли. Вот мы вот тут замочили, спрыгнули сюда и... И все. То есть спас... А, вот, все. Опять хоть... Стоп! Так я в том же... А где, кстати говоря? Ну, судя по тому, если меня начали стрелять, значит, я куда-то не туда зашел. Так что берем нашу вот эту вот снайперскую винтовку. Их нету двойных, только одна. Ты правильно, фига нам две, если она такая мощная. Так, кто там? Еще пулеметчик. Что это было? Не понял, он появился заново или я не замочил в конце? Ну, голову так, для верности, как говорится. Если буду косить, буду тогда в тело стрелять. Опять что-то было непонятное. Ой, надо было, ну ладно. Допустим. Карта дополнена. Хорошо. Хорошо, хорошо. Нет, 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 пожалуйста. Стоп. Стоп, стоп. Стоп, а как пушку-то? Я не понял. Ну, во, все. Так. Ну все, хана вам, ребят, чем могу сказать. Прям в башку, походу, залетел. Бесполезно. Бесполезно, даже не пытайтесь. Такого оружия. Оно месяц просто промсать все подряд. Что, гранат ты хотел менять? Кинуть, да, урод? А, патрон-то нету. Ладно. Тогда берем. Вот это берем. Собираем все по-дикому. Там, кстати, вот здоровяк был. Да чё тут строишь, я не понимаю. Зачем? Ребят, знаете, что я заметил? А то, что FPS 160 показывает, а все равно какие-то непонятки есть.
Так, это кто там? Кто там пёрнул на меня? Ты что? Ну, отдыхай тогда. Так. Надо офицера вырубить. Где этот козел? Из-за него все. Ну, в конце. Как он вообще меня заметил? Или кто меня замечает? Они, наверное, убегают. Точно. Они, наверное, убегают. Куда ты, эти уроды? Вот где этот козел? Ты, да? Нет, нет. Вот он. Наконец-то. Вот они. Уроды, а? Какие же ты тебе... Почему у них у всех пистолеты? Я не понимаю. Хотя бы помощнее что-нибудь дали. Так. Упс. Вы что забыли здесь? Тревога-то уже все закончилась. Нет, смотрите, они прут. А смысл тогда? Видимо, это оставшиеся, да? Да. Собираем трофеи. Так, отлично. Все, и я очень надеюсь, что мы здесь долго не будем плутать. Да, патрончик у нас, конечно, быстро не заканчивается. Ну, да, вот сюда, в принципе, идем. Так. А, что произошло? А, все. А. Ой. Забыл просто. Лесли. Привет. Hey. Так, анатомический театр. Бывший Алдавийский театр замка Вольф, что стал местом, где нацисты тачивают свою продвинутую технику допроса. Понятно. Короче. Come on, Wesley. Wake up. Gotta wake up. Come on. Wesley. Blaskowitz. Yeah. Some dire straits we've gotten ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. По-любому пригодится его команда. Блин, сейчас по-любому нашего друга нашли. Little Nazi fuck, you are a funny man. Эй, я не вижу, что написано. Boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hua Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right, water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. О, здоровье-то падает. Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. One last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me!
Собаку мочи скорее. Мочи псину. А где он? Испарился, что ли? Так. Ну, в общем, для чего-то он считал, я так и не понял особо. Эй, бляха, муха, пушки отобрали все. Ну чё, охренели, что ли? Умри. Я пушку не взял? Да, взял. Чё, 30 патронов? Да ладно, не знать-то, я понял. Гонит. Во-во-во-во-во-во-во. Печку срочно. Охренеть. Грен нет, нет. Ну, конечно, надо прятаться вниз. Вот я куплю-то, вот он. Да умри ты, ёпта. Отлично. Во-хо-хо-хо, это не очень круто, это вообще не круто, я бы сказал, потому что, блин, мы с ним ничего не сможем. Да умри! Ну сколько же тебе садит? Мы с ним ничего не сможем сделать даже, потому что у нас слишком мало боеприпасов. Я слышу, как полезать. А, вот, так. О! Патрончик. Сейчас реально тут надо все так осмотреть достаточно. Но это нам пока не надо, ладно. Пистолет, новое оружие. Что за один патрон, да? Тихо. Вот. Ну-ка. Ладно, допустим. Что за лошара, чувак? Даже стрелять не может. Так. Ты что тут забыл, голубчик? Голубой. Голубчик. Голубой голубчик. Мой голубой друг. Так. Белый друг. Ты целиться забывай. Ну, это не особо надо. Я сейчас помню. Ну, там перчики еще одни пошли. Ну, опять, по-моему, здоровяк. Нет? Или я ошибаюсь? Так, козел. Ну, ладно, у нас, в принципе, есть вот такая вот... Блин, я знаете, что забыл? Я забыл, как... Я забыл, как прицел ставить. Честно скажу. Вот, X. На X. Попал! Обалдеть, даже... И в этого? Да, я меткий. А в этого нет. Еще раз. А, так, так, все, алло, прием. Все. У нас отключилась сигнализация здесь, поэтому мы можем смело немножечко здесь походить, посмотреть, так как нам нужно собирать боеприпасы. Вот здесь всякого хрени всякой много. Давайте посмотрим. Здесь у нас даже есть две гранаты. Здесь у нас нормально. Вот тут я хочу сказать. Хорошо, так, 25 патронов, в принципе, если 25, ну, 25, в принципе, не очень-то много, да? Пистолет у нас нет, зато у нас есть другой какой-то пистолет непонятный. Так, тут что-то в текстурке застряло, вот здесь нам выходить. Отлично, кнопки тут нигде не отличаются, стандартные. Итак, карта доступна, смотрим. И нам, в принципе, ничего полезного опять. Ну, все, катсцены, либо какая-то загрузка, да. И опять 30 FPS какого-то хрена. Ну, я имею в виду во время катсцены. Застав. Крысы бегут первым с помощью корабля.
Так, хорошо. Ого, даже ты... Это же ты в одежде. Понятно, что делать. Глава 4. Бегство. Круто.